Всем привет подписчикам. Видео начну изнутри машины, потому что у нас там сильный ветер. Опять будет все шуметь, будет плохо слышно. Потом выйдем на улицу, уже посмотрим. На окраску проверим. Потом в конце ролика еще схожу. Посмотрим. Там Вивари какой-то приехал, Гольф приехал пятый еще. Ну, в конце ролика еще чуть прогуляемся на пару минут. Так, сейчас расскажу про этот Гольф. Это 12-го года. Так, сейчас 350 пробег. Сейчас заводим. Я уже попробовал на нем потрогаться. Так. Мне кажется, или что-то с ручником, или что. Ну, автомат. Ну, вот, отпускаешь просто. Его держит. Вот, его чуть-чуть что-то сзади держит. То ли колодки прикипели. То ли суппорт не отпускает сразу. Ну что вот, отпускаешь, вот-вот-вот, и поехал сам. Я газа не даю, ничего. Так если, как говорится, купите, то не советую на нем уезжать. Только лаветы забирать. Вот, держит, держит, и покатилась. Так, лампочки сами видите, что горит. Да, ручник вообще, по-моему. Как-то. Вот, наверное, в чем беда. Что-то с кабелем. Так. Салончик простенький. Так, давайте посмотрим движочек. Ну, сейчас будет ветрено, может быть, моментами плохо слышно. Ну, давайте пройдемся аппаратиком. Если кому интересно еще эта машина, то смотрите. Так, где мой аппаратик? Так, бампер тут покоцанный, вижу. Крыло чуть-чуть примято. Но все равно пройдемся. 130. Все нормально. Тут вижу вмятинку, вот на заднем крыле. И тут вижу загнутый уголочек, но это вообще тут не беда. Вообще не беда. Задняя крышка не крашена даже. Романтика. Ну вот. 1.6 дизель. 350 пробега 12-го года. По стеклам вот тоже. Везде двоечки. Но это чистыми 12-й год. Да. Даже странно как-то, потому что машина таксист. Да, все нормально. Капот еще. А капот. А капот делали. Вот, тут вообще 500 уже выбивает. Ну, все понятно. Капот, давайте еще обойдем, посмотрим. Что эту челку щелкал, не посмотрел толком. Ну, бампер весь такой покоцанный, надо красить. А, тут школы вижу.
Колеса простые, металлические. А, зато масло получится. И запаску. Так, что тут у нас? Простая радио или нет? Еще не знаю. Как-то не обратил. Да. Тут еще вижу царапинку. Так, дальше. Что тут у нас? А, навигация, все есть. Так, не буду включать, потому что если музыка заиграет, мне не пропустят видео. Ну, вот такая красавица на продажу. Так, давайте, кому интересно, еще поведусь там чуть подальше, покажу, какие машинки приехали. Так, давайте ее заглушим. Цены я пытался уже чем можно меньше сделать, но он сказал, 3300 это все. Ну, мое дело показать. Так, лобовушка целая. Ланенька, идемте. Но, кому интересно, звоните. Номер мой уже не трудно найти. Много кто знает, много кто звонил. Тоже говорю, если мы с вами на видеочат выходим, все смотрим, я тоже бесплатно не работаю. Я тоже беру небольшую, но копеечку за это. Что? Он же у нас на машину увозят. Движуха идет. Так, давайте другие машинки посмотрим. Вон Виварик пришел черный. Он дымит, как собака. Сейчас посмотрим. Вот Insignia. Она и на разборку, и на продажу ее можно, если кому интересно, конечно. Так, что тут у нас? 10-й год. Бензин. Вся разбитая, битая. Турбо. Так, вот этот гольф тоже сам приехал своим ходом, но с какой-то проблемой. Типа стеклоподъемник у него не рабочий. Это бензиновый 1.6. Год, я даже не спросил. 4-й на стеклах. Ну, это значит, наверное, по документам 5-й. Он тоже или на разборку, или на продажу пойдет. Еще не знаю точно. Но это потом в группу я выложу. В Facebook. И тоже выложу в канал Телеграма. Так что посмотрим еще эти машинки. Еще они там появятся. Если кто-нибудь не перекупы не прибегут пораньше. Потому что они сидят у меня на канале. Смотрят, что я выставляю. Так, вот это Виварик. Так, ключ вроде от него убрал. Ключ я убрал. Так, это 2005 год, 1.5. А, 1.5, извиняюсь. 2.5. Так, надо чуть камеру убрать. Вот. Давайте заведем. С полтычка. Ладно, шучу. Не очень движок работает. Так что я думаю, его больше на разборочку надо. Какую машинку? Это я понимаю, пробег записан от нее. Я так думаю. Чтобы погазовать. Дымит, как собака. Вон, может, вам видно? Вот что делается. Но, может, кому-то надо. О, еще и центики получите. Давайте чуть обойдем его. Цена на продажу где-то его будет, если на продажу целиком, 1400-1500, это так где-то, точно не знаю, но это вот в таком промежутке. Он еще открываться не хочет. Ладно, сторонашка.
капоте вижу вмятинки тоже. Ну, такое небольшое видео. За алюминиевый, когда получите. Кстати, можете меня поздравить. Я первую машину продал через Telegram. Вот, я выставил видео, мне сразу позвонили. Это комбо 11-го года. Да, даже никуда я не успел выставить, только в Telegram. О, написано. Продано, Леонард. Видали? Ладно, ребята, такое видео. Небольшое. По территории сейчас гулять не буду, это уже в конце недели погуляем еще по территории. Все. Всем спасибо, не забывайте подписываться. Переходите также в группы, на канал Телеграма. Там я короткие видео выставляю всякие. Все, всем спасибо. И до следующего видео.